Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале DNS Live, и с вами Дани. И сегодня будет обзор игрушки под названием Slimy Splider. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Чтобы паук заработал, ему нужно залить в мозг слайм. Постепенно лизун перельется в брюшко паука. Кстати, не забудьте вставить две пальчиковые батарейки в специальный отсек в брюшке паука перед тем, как начнете играть с ним. И после этого нужно открыть клапан, чтобы слайм вылился. Затем нам нужно включить нашего паука и подождать, когда лизун сольется в брюшко паука. Осталось только открыть клапан и включить паука. И наблюдать за результатом. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А с вами был Даня. Всем пока!